Всем привет, дорогие друзья, и это Лобинск, 9-я часть. Простите, что так давно не было, просто было лень. Ну, а перед сзади меня стоит школа, которую я построю, сейчас вам покажу. А вначале у нас такая дорожка идет, чтобы идти в школу. Не очень-таки такая нормальная дорожка от этой. И тут даже развлечений нет. Ничего, на травке будут сидеть. Травки в другом смысле. Так, есть три вида кабинета. Первый — это вот такой спортзал. Тут сначала шкафы для переодевания. Тут просто спортзал. Несколько освещений. Так, дальше идут такие виды кабинета. Тут забыл осветить кабинеты. Вот такие, где простой класс. Где математики учат английскому, потом еще русскому и так далее. География еще. Простите. И третий вид. Вот такой. Это такой очень большой класс. Очень большой класс. А с вами был Мишали. Спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Это был Лобинск, 9-я часть. Как не хочется идти в школу. Если вам тоже не хочется, ставьте лайк.